Друзья, еще короткий сюжет. Я заехал к своему другу Рихарду. Вот и он. Мы тут без него хозяйничаем. Вот. Привет. Рихард, ты сейчас попадешь в историю. Это же не надо популярные фильмы. Я стесняюсь. Не, я могу вот эту встречу нашу дружескую вырезать. А может, все-таки не надо стесняться? Дело вот в чем. Ага. Вопрос принципиальный. Показываю всем. Угу. Поселок Майна. Ага. Тут съемки идут. Это уже 150-й, примерно 160-й фильм. Ну надо, это все надо. Поселок Майна. Вот он. Вот это горы. Ну не сказать, что близко. Вот. Вот он, вот он, вот он. Вот эти горы уже на другой стороне Енисея. Там Енисей близко, под самой вот той горой. Видели, да? Видите? Сад, который практически не выделял собой, если бы не одна особенность на фоне других садов. Дело в том, что, наверное, здесь, не наверное, наверняка здесь много замечательных вещей растет. Вот, но и все-таки сад особенный. Почему? Потому что, вспоминал, наверное, этот персик единственный в Майне. Вот, сейчас я вам его покажу поближе. И возьму короткое интервью у хозяина этого персика. Вот сейчас. Не все любят сниматься, поэтому я сделаю вот так. Значит, смотрим, да? Итак, Рихард, да. У меня памяти нет, отчество. Не важно. Ну, солидный человек Рихард. По нашим меркам в очках. Рихард. Нет, отчество. Антониевич. Антониевич, Рихард Антониевич, я забуду такое отчество. Вот, интервью. Итак. Откуда взялось такое чудо в Майне? У вас приобрели саженец года 3 или 4 назад, не помню точно. 3-4, да, раньше вы не могли быть знакомы, правильно? Нет. Сколько лет назад вы купили этот дом и перестроили? В 2010 году, сейчас 16-й, то есть 16-й. Где-то примерно в 11-м мы купили у меня. В 11, да, купили. 5 лет назад. А что получилось? Нелегкая была судьба, да? Ну, первую зиму или две зимы мы его укрывали, а потом перестали укрывать. То есть укрывали как? Мешок вот этот, который вот этот, пока маленький был, да? Паухашин, да. То есть они его одевали, там вот эта солома, сено, то есть какая-то сухая трава туда забивалась, одели, привязали бечевочкой, как бы стояла такая, как ёлочка такая украшенная небольшая. Потом он стал больше, как бы уже разросся, и все, как бы больше мы не укрывали его. Так, и сегодня в том году уже были плоды, но они, по-моему, не вызрели, а сейчас они уже вызревают. Уже первые ели, у них уже есть как бы запах, аромат. Реально персика, реального. Настоящий? Настоящий, да. Или как настоящий? Настоящий персик, как бы. То есть, как я кушал на югах неоднократно, то есть как бы он похож. Да, ну там еще такие здоровые, но все равно в Сибири у нас там персики не укрывали. Знаете, когда уже мои недруги устали злиться и поняли, что все-таки теперь говорят, а у него уже не то, что сам факт, а у него уже мелкие персики. Ну, персики. Ну как бы, если оно дерево еще вырастет, мне сказали, что может быть 1000 плодов, когда-то там с дерева. А, да. Если его укрывать. Нет, 1000 плодов с дерева получается пока у Чернобаева. Но он укрывает. Да, ну, у меня получается сотня две с таких деревьев. Но я не укрываю. И, честно говоря, большинство цветочек почек все-таки замерзает. Но деревья уже перестали замерзать. Вот, кстати, я показываю всем желающим вот эти сухие ветки. Вот. Это какая, наверное, зима. Вот последние три зимы не было морозов, так? Я не помню, что. Да, 35-36 это не мороз, это сказка. Ну да. Это не сильные морозы у нас считаются. А до этого, наверное, прихватило. То есть, в том году были плоды, было немножко было, там, может, там десяток, может, два было. Как бы, но мы что-то когда не дошли, они были небольшого размера, и они как бы такие зелененькие, как бы так. Так всегда бывает. А в этом году раз, вот такая вот раз она налилась, и как бы. Ну, в общем, примерно 5-й год им. Примерно, да. Точно не помню. Вот. Ну и сейчас еще покажем скелет. Прививку. Смотрите. Видели? А знаете почему, друзья мои, это я обращаюсь уже к аудитории, почему вот такое строение персиков? Я его называю кустообразным. Почему? Если, Рихард, я сейчас, конечно, не помню. Но наверняка я так сильно обрезал, когда мы пересаживали его. Я не помню. Зато я. Вернее, как, я по-другому нет. Вот следы обрезки. Вот здесь вот.
То есть он нас... Я его не резал точно. Нет, нет. Я режу всегда. Это называется предпродажа, подготовка. Это дело принципа. Я не продаю не обрезанное. Вот. И что получается? Очень низкое. Получился штамп, разошелся. И получилась кустообразная форма. Кстати, подразумевается, что нижние скелетные ветки должны уходить под снег. А у нас и снега не бывает. Не подтвердите было. Насчет снега. Да, не было. Никто не верит, что у нас в Сибири безснежье. Бывает, безснежные зимы бывают, да, бывают. Вот. И получается, укрывай, не укрывай, а снега не напасешься. То есть они все равно, это, по идее, бы надо бы еще ниже скелет делать. Небольшой холмик, как мы говорим, то есть, когда она сажалась, как мы вот это, что вода стекала, да, то чтобы как чтобы это. Ага, то есть вы запомнили мои слова, конечно, насчет холмика. Мы все сажали. Вот они даже видно, уже это уже время сравняло маленько, да. Смотри, а, это же мое же. Да, ну видно даже, что вот это. Пойдем. Даже видно, что они маленько как бы на машину пошли. Так. И вот травка полеется ваша. То есть. Так, теперь получается, что. Холм абрикоса сделан, значит, вы все садили по жерлу. Да, ну выше было, что сейчас травка, сейчас травка, вон она там. Травка полеется, да, все, она прекрасно закрывает сверху листва или снежок, и она как укрывала получится. Вот, кстати, возможно, вот этот секрет в этом. Мы специально, мы смудохали с этой травой, то есть рассаживали маленькими клочками, рассаживали, то есть так, чтобы она пошла. Вот, вот сделали вот это ограждение, чтобы она в картошку не полезла. И вот это место, вот, вот она полеется. Не, ну там, да, персик у вас задернен, да. Тот абрикос задернен. Да. А этот нет. Ну, это, видимо, что-то, либо, может, я полол, или как-то что-то там, не знаю, почему. Ну, ладно, ничего. Да, так, ну, абрикосов-то все. Нет, абрикосы были. Прекрасные абрикосы. Чьи деревья? Я вина, ваши, конечно. Конечно. Вот, то есть, это прекрасно, мы столько наделали вина, варенье. Фотографии не делали. Да кому дома могу выгасить вина? Нет, нет, вина. Фотографии. Вином спасибо за вино. Фотографии вино не делали. Вино просто обалденно. Фотографии не делали. По-моему, нет. Не знаю. Жалко. Соседка хочет к вам приехать, с мясная поедет. Она попробовала эти плоды, сказала, просто обалдеть. Я привез своих знакомых, которые черемушек, да, там, ну, тут тоже садовод такое. Он приехал, попробовал, сказал, ну, что, говорит, вкус, ну, южный вкус. Он мне дал свой, я поел картоха картохой. Вот ваша, там дальше, это, слива с Юрьева Востока. То есть, вот, вот они все, уже налили это плоды. Пойдем покажу. Пойдем. Да. Я там плитки делал на дичка делал, там плитки там тоже все прекрасно было. Вот она стоит. По-моему, тут уже было мало, то. А, они такого не снимали. Вот так. Это... Не ошибаюсь, но... она, сувенир Востока. Да? Моя любимица. Давайте покажем всем. Да. Шикарные вот. Плоды. Очень вкусно, ну, такая. В данном случае 50 грамм у меня. Да. Но она в сторону, вот по вкусу, в сторону, ну, как нектарина, что такое. То есть она не просто как слива, а такая уже более такая. Ага, она такая это... вкусная, да, такая южная. Ну, не хожу, вы знаете, когда много солнца. Ой, вон она прямо эта, да? Вот прям как сахар, да, выступил. Да. Ой, покажу. Да. Покажу. Ой, красотища-то какая. Ой, я боюсь, что это сейчас. Ну, я кушаю, да. Как бы эти не подавились, те, кто ненавидит меня и говорит, не болится, измышляет. Не, честно слово, вкусно, все, хорошо, практически как южная Сибирь, практически. Да, теперь, еще один момент, я люблю тоже посудачить, посплетничать. Знаете, что теперь они говорят? Иногда наткнешься, или кто-то пришлет какую-то фразу, вот, а вот знаете, что о вас говорят, и дальше цитата, или этот, ссылка, а говорят, что... Ну, конечно, это самое. Кто-то там из великих сказал, что в Сибири все должно расти. А вы попробуйте вырастить-то. Вот. Ведь это же за этим 30 лет стоит. Вот за этой вот вкуснотой. Посажен был маленький кустик был, то есть сколько был, куда. Он позже был посажен, по-моему, через год был посажен. Год, угу. Когда он 12-13 был. То есть все уже такое маленькое деревце уже, плоды падают. Он просто спасли вот это немедленно, потому что мужик. Здорово, я не зря заехал. Ну, кстати, хорошо, да, укореняется, приживается. Я там делал прюки, так тому ну, там китайке. Все прижилось у меня. Она прям аж прилипает. На китайках, да, я тоже. Да, могу вот подать. Это, кстати, тоже прививка на китайке. Могу, да? Да, кстати, мне нравится показывать строение деревьев, выращенных с моих саженцев. Опять смотрим вниз. Что мы видим? Мы видим кустовидную форму. Ну, правда, плохо видно, а почему плохо видно? Ветки очень низко. Да, вот тут низко посадили, вот. Получилось так у нас вот место. Для Средней Сибири она бы пошло, почему? Вот у них снега 60-80 бывает метр, да, Средняя Сибирь. У нас такой же рябый бывает. Вот. Разве можно убить дерево,
Оно очень прочное на это. Кстати, дожди дождями, а следов-то нету, что оно это самое. Плесени нету, грибов нету, правильно? Да, большая вот. Влажность. Значит, вот картошка, укрой снегом. Картоха у нас вся паршивала. А деревья все... А это не просто так, это один из моих секретов всему свету. Это выращивание здоровых саженцев. А здоровые саженцы, они как сопротивляются. Кушать уже. Да хватит людей, ну, это, не, ну, реально, хватит реально людей дразнить. Вкусно, вот как будто вот Рихард. Всю штуку привезли, вот в магазин покупаешь, да, это вот в супермаркете. Хватит шикарно. Дразнить людей. Вот я про дело. Итак, если он так устойчив к этому, это дерево к сырости, грибам, плесени, ну что стоит в средней, кстати, в средней Сибири полметра снега, а если взять лопату, метр снега, да? Он же его невозможно загубить под снегом. Смотрите, солнце входит зимой там, сейчас баня построили, закрыла, и ничего? И ничего. Не мешает ей? Ну, успевает вызревать. Не, ну, в принципе, смотрите, сейчас еще только, сколько, 3 часа, 3:45, да? Да. Вон там вот запад уже, нормально хватает солнца. Баня, это там восток, поэтому баня не сильно, вернее, юго-восток. Вот, вон это ущелье, а там ГЭС, это юг, вон там. Оттуда к Енисею течет. Ну что, друзья мои, убедились? Очень много садов в окрестности. Если бы я был бы чистым виноград, покажем. Но это... В общем, я завершаю это небольшое путешествие. Увидели единственный персик в поселке Майна. Почему единственный? Потому что последователей нет. Никто не выращивает их. Так сказать, в масштабах, ну не промышленных, но хотя бы для продажи землякам, друзьям и так далее. Вот. Вот и получился единственный персик, но с 3-го года не укрывной, замерзать не собирается. Еще раз на него посмотрим, хотя я, конечно, и сливе рад, что угодил вам. А еще груша моя где-то была. Да, и вот там в углу, вот здесь. Ну, а, ну-ка. Да, в углу. О, это не вот эта красавица? Да, вот так, ну-ка, пошли смотреть, что за сорт. Ну-ка, сейчас снимает еще. Еще снимает. Вот, и чтобы уже для полноты картины. Тогда получается персик, слива, груша. Уже сад полноценный? Да, да. Ой, хорошо. Мы не успеем ее перерабатывать, просто она вот, как конференция, да, по-моему, магазина. Сорта прям вот, какая-то она прям крепенькая. А, ну она еще еле оторвали, еще рано. Да, ну пад уже, но все равно она уже прям такая, я не люблю только такую, которая уже разрывается. Она именно такая плотненькая. Так, опять дразните всех. Нет, это сорт вообще просто такой премиальный. Кто не пробовал, как, что такое здесь нет ни у кого.